Всем добрый день, с вами стилист Лана. Ни для кого не секрет, что каждая прочитанная книга нас меняет. Листаешь страницы, и вдруг начинаешь видеть окружающий мир глазами автора. Есть книги, которые очень быстро забываются, но есть другие, которые оставляют свой отпечаток для нас на всю оставшуюся жизнь. Вместе с моими друзьями с YouTube мы запускаем проект «Книги, изменившие меня». Поддержи наш проект. Можешь на Instagram, можешь на Facebook, а можешь, как мы, на YouTube. Запиши видео про две свои самые-самые любимые книги, которые изменили твою жизнь. И поделись с нами, просто поставь хэштег «Книги, изменившие меня». И мы найдем твое видео и обязательно его посмотрим. Привет, меня зовут Лана Нурь, и мой канал «Работай и живи в Норвегии». Книжки, о которых я хочу рассказать, тоже связаны с Норвегией. Те, кто переехал сюда, знают, как тяжело адаптироваться среди норвежцев. Это холодная страна, холодные люди, холодные нравы. Но я же живая, я же хочу жить, я же хочу работать. Помню мои первые впечатления в 2002 году, когда я только переехала в Осло. Зима, люди очень скромно одеты, все очень серое и черное. В транспорте все как-то заняты своими делами. У всех такая маска, каменные лица. Никто не уступает друг другу место. Мужчины открывают дверь, сзади идет женщина. Они никогда не придержат. Никогда не помогут поднести сумку. Беременные женщины таскают огромные тяжелые сумки в магазинах. Боже, думаю, куда я попала? Тогда я еще не знала о Янтелове, который негласно действует в Норвегии. По нему нельзя выделяться внешностью, мыслями, не поведением. А женщины в Норвегии долгое время были независимыми, когда викинги ходили в свои походы в другие страны. Поэтому они считают неуважением, что мужчины помогают им носить сумки и делать тяжелую работу. То же самое на работе. Очень много таких непрописанных правил и другая совсем культура общения. Например, у меня на работе поехали всей работой в Италию. В течение дня мы ходили на разные предприятия. И тогда норвежцы были в самой обычной одежде – джинсы, футболка. А вечером, когда был общий обед, то все норвежцы нарядились, достали из своих чемоданов все самое лучшее. Итальянцы, наоборот, на работе они ходили все очень разодетые, в галстуках, в пиджаках. На обед они пришли в шортах, шлепанцах. Все очень долго смеялись. Книга Карин Эллис «Работа с норвежцами» или «Гид по норвежской рабочей культуре» как раз объясняет все эти такие непонятные и скользкие моменты. Если бы мне эта книга попалась раньше, то мне бы, конечно, намного легче удалось налаживать контакты с норвежцами. Наверное, я бы еще быстрее себе нашла работу и вообще избежала бы многих таких непонятных конфликтных ситуаций на работе. Поэтому я рекомендую эту книгу. Вторая книжка, о которой я хочу рассказать, это «Король бега» Менсен Эрнст. Автор – норвежец Бредо Бернсен. Вот такие вот интересные имена у норвежцев. Этот человек был удивительно яркой личностью. Такого бегуна мир еще не видел. Родившись в маленьком захолустном местечке, еще в начале 18 века, Эрнст поклялся себе, что больше никогда туда не вернется. В сердце маленького норвежца, а он был очень таким невысоким и щупленьким, жила огромная мечта объездить весь мир. Денег у него совсем не было. Для того, чтобы реализовать свою мечту, он подался в моряки. Это ему очень быстро опостылило. Зато он поднялся на еще одну ступеньку выше к своей мечте. Очутившись в Англии, он принимает решение участвовать в бегах на деньги. Таким образом, он получил возможность и путешествовать, и зарабатывать деньги. Эта деятельность ему очень понравилась. Потом были легендарные маратоны Париж-Москва за 15 дней, Мюнхен-Науплия в Греции за 24 дня, Константинополь-Калькутта в Индии туда и назад за 59 дней. Он пробежал и объездил все страны Европы. Он попадал в невероятное количество смешных, курьезных ситуаций. Он знался с царями, султанами, князями. В общем, его жизнь — это жизнь неординарного человека. Его философией было держать дух и тело в тонусе, в дисциплине. Каждый из нас может добиться того, что желает. Его следующим планом было пробежать всю Африку с севера на юг.
Он прибыл в Египет, нашел себе спонсора, но внезапно умер от дизентерии прямо на улице и был найден незнакомыми английскими туристами и закопан в песке. Эта книжка – сильнейший мотиватор для того, чтобы не ныть по пустякам, не сдаваться на пути к своей цели, не жалеть себя. Через характер главного героя также прослеживаются многие типичные черты норвежцев. Это любовь к природе, путешествия, но и то, что он не прочь был выпить за чужой счет. В общем, читайте и вдохновляйтесь. Надеюсь, вам понравились и книжки, и та великолепнейшая норвежская природа, которую вы видите на заднем плане. Всего доброго, пока, на встрече на канале. Я знаю, что тебе понравилось это видео, и я знаю, что ты хочешь познакомиться с участницей нашего проекта, которая представлена сегодня. Ссылочка на ее YouTube-канал находится внизу под видео в инфобоксе. Не забудь посетить канал и познакомиться с нею поближе. Всем прекрасного времени суток и увидимся в следующий раз.